настолько огромные, что вы сделали просто из отдельных букв, без всякого фона, без подложки. Получилось абсолютно охуенно. Когда я пролетаю в любой аэропорт мира, первым делом я перед выходом из самолета достаю фотоаппарат, настраиваю сразу ISO на побольше, потому что в аэропортах обычно темно, и начинаю снимать навигацию прямо с порога, с трапа или с телетрапа. Первая же вывеска, которую я включаю, выход в город, она уже сразу остается в моем архиве. У меня самый большой архив аэропортовой навигации, который, наверное, есть у кого-либо, снятый вживую, из сотен аэропортов мира. У меня огромная коллекция, я ее сортирую, тегирую и потом использую в своей работе. Поскольку в нескольких аэропортах мы сделали уже навигацию, мне те знания, которые я увидел в реальной жизни, и то раздражение, которое я испытал от уебищности этой навигации в жизни, очень сильно пригождается в своей собственной работе. Одна из главных болезней, которая есть у дизайнеров навигации в аэропортах, заключается в том, что каждую пиктограмму дизайнер старается поместить в квадратик за непонятно каким хуем. Квадратики абсолютно не нужны. Это стопроцентный мусор. Смотрите. Лидером по дебильности навигации, конечно же, является московский аэропорт Домодедово, где есть уникальные случаи кретинизма, где знак выхода представляет собой уже квадратик, в котором находится стрелка, который помещен в еще один квадратик. И если на самом деле выход находится в другом месте, то стрелка стоит на то, где находится выход, а стрелка в квадратике, в пиктограмме выхода, стоит туда, куда она стоит, что иногда оказывается ровно в противоположную сторону. То есть в пиктограмме может быть написано, что выход направо, а реальный выход находится налево. И вот эта вся вот многоэтажная бессмысленная конструкция украшает один из важнейших московских аэропортов каждый день. Очень хорошая навигация в Венском аэропорту. Она прям страшно приятная. Ну и, конечно же, нельзя не вспомнить аэропорт Пулково, в котором мы сделали навигацию. Она просто охуенная. Неплохие решения в аэропорте Схипхол в Нидерландах, в Амстердаме. Там очень приятно то, что объединяется несколько пунктов. Если они находятся в одном направлении, у них стоит одна стрелка и написано, сколько минут идти. Это очень клевое решение. Вот здесь вот очень хорошо виден тупизм навигационный. Здесь он наполовину тупизм, потому что если стрелка выхода находится направо, то вполне достаточно было бы нарисовать только одну пиктограмму, которая внутри, где вот из этого короба стрелка пытается вырваться через створки наружу. А вот рамка вокруг и стрелка еще абсолютно бессмысленны. Они нам ничего не дают. Но, по крайней мере, мы видим, что в этом аэропорту они подумали. Мы прилетели в город Чунцинь. Мы видим, что стрелку внутри пиктограммы рисуют туда же, в то же направление, где есть стрелка, которая указывает это направление. Что, в общем, плюсик дизайнеру, конечно. В Китае это единственная страна мира, где во всех учреждениях, во всех общественных местах на полу нарисованы пиктограммы пожарного выхода. В случае, если вдруг все помещение задымится, свет погасится, эти пиктограммы будут светиться. Мы упадем на пол, потому что сверху будет дым. Будем куда-то ползти, мы увидим эти пиктограммы и сможем найти выход. Это очень круто. Это сделано вообще во всей стране, тотально. То есть это не потому, что мы в каком волшебном аэропорту, а потому, что это мы в Китае. Но при этом мы следим за навигацией и заодно продолжаем пополнять разные другие коллекции, о которых речь как-нибудь зайдет позже. А еще помимо пиктограмм туалетов, которые, естественно, я снимаю, я обязательно снимаю табло. Ну, это в качестве бонуса. Еще надо проверять. Надо проверять, потому что все табло обычно у них низкая герцовка, поэтому надо ставить выдержку большую, чтобы все хорошо нарисовалось, иначе только половина строк будет видна. Китайский туалет от любого другого очень просто отличить по пиктограммам. Пиктограмма мужика такая же, как во всех остальных туалетах мира. Зато пиктограмма телки уникальная, потому что если у европейской бабы платье начинается из подмышек и уходит в пол, и она стоит вот так с руками, то у китайской женщины руки сначала растут вертикально вниз, а потом начинают расти вот так, параллельно платью. Соответственно, если вы видите вот такую пиктограмму, то это может быть только китайская пиктограмма. А после того, как я прошел из выхода из самолета через здание аэропорта и пришел к выдаче багажа, я обязательно снимаю зону выдачи багажа. Мне интересно, как оформлены карусели, как оформлены номера багажных лент, как оформлен вообще, в принципе, зал, какой выход,
И после этого я беру чемодан и выхожу наружу, где я снимаю завершающую сессию. Следующая фаза, если мне повезет, я из этого аэропорта буду улетать, например, я сниму всю зону вылета, сниму все стойки регистрации, все иконки, которые там есть. Если я никогда больше не улечу из этого аэропорта, значит, я останусь, к сожалению, без этого. Мне лень заходить еще раз в зону прилета, потому что, как правило, расписание очень такое тесное. Сейчас мы, соответственно, получаем чемоданы и пойдем туда, где нас ждет еще немножко пиктограмм. Вот смотри, прекрасная колонна на зоне вылета. Очень хорошо показывает, вот первые 4 пункта идут, нет, первые 5 пунктов ведут в одну сторону, направо. Спрашивается, нахуя рисовать 5 стрелок? Зачем этот забор? Я каждый раз должен мучиться и страдать, чтобы понять, куда мне надо. Можно было бы оставить только 3 стрелки. Направо, прямо выход на такси, и налево полиция. И все, было бы гораздо круче. Но самая жесть нас ожидает вот там. Я уже отсюда вижу. Жесть жестяная. Смотри, вот второй пункт и второй, третий снизу пункты, они ведут направо. Спрашивается, зачем их надо было таким образом разносить на такое большое расстояние. Глаз не в состоянии так много стрелочек воспринять, чтобы понять, куда ему надо. Приятненькая маленькая деталь, то, что у автобуса, у него в животике чемоданчики едут. Ну и последнее клевое решение, вот уже мы вышли из аэропорта, здесь висит такой короб, решение, которое настолько хорошее, что, в общем, его не грех испиздить для каких-нибудь других целей, потому что он четырехсторонний, и самое прикольное, что торцы нижние этого короба, они являются освещением, то есть он работает заодно как источник света, это очень здорово и очень красиво смотрится.